Людоси. Товарищ командир. Кто со мной, твой герой? Тупка заряжена. Мужики, вон он, пи***йте его! Нас какая-то падла светит. Знаете, вкусняшку. Перезарядил, лупим. Я ему гусли размотал. Покушай. Все, перезарядился. Попал. Вот шланг даже гусли снять. Перестань. Гусли подобрал. Чья гусля? Держите. Кушайте, не обляпайтесь. Мы в засвете! Готов убивать! Можно помощь сюда какую-нибудь? Нас какая-то падла светит. Перезарядился, пора стрелять.
Несите тазик, Михайлович! Второго тошнит! Зарядил! Постой, браток, отдохни! Я за тобой слежу, тварь! Свободен! Попал! Чайку слял! Твою! Вижу фраг! Перезарядился, пора стрелять! Этот лошара даже гуслю не снял. Отдохнем ментально, будем мало думать. Погнали будки мять! Все, перезарядил! Вижу пеструна! Ты что, понты не попал? Зарядил. Дубка заряжена. Ну и чё там кританула? Готов стрелять. Еще один житель. Первый устал. Готов. Мочи козлу! Готов убивать!
все перезарядил. Мы вообще-то светимся. Попал! Смотрите, я вам пеструна нашел. Зарядил, мочи козлу! А вот и враг. Вижу фраг. Если ты думаешь, что тебя не видно, то я тебя огорчу. Вижу пеструна! Все, перезарядил. Смотрите, еще и выиграл.
Сос. Вижу фраг! Нас спалили! Дудка заряжена! Иди в ангар, соплями марш! Ангар. Стрель между артами. В принципе, так качать и качать осталось. Потом вот это. Монстра. Потом его пушку. Победой попахивает, мама. Все, перезарядил. Буду потихоньку, по чуть-чуть каждую качать. Посмотрим, что из этого выйдет. Вижу пеструна! Зарядил! Как не 5 метров, это мне не слышу. Ну это не для нас. Уверен, что откуда-то отсюда, то есть кукурекнул, как говорит медведь. Готов стрелять! Готов убивать!
Че, сделала басрашки, что ли? Басрашки, так басрашки. Отмена операции! Все, зарядил! Он так испугался моего выстрела, что больше все. Больше ни разу не выстрелил за это. Дудка заряжена! Что с ним? Не понял, откуда он. Зарядил, мочи козлом! Готов стрелять! Не, опять патовая ситуация, да? Да, все, пи***ц, тебя прям не видно! Ни туда, ни сюда. А нас видать! А вот и враг. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, мы больше не поедем. Так, сделал свою работу. Поехали, поехали. Зарядил, мочи козлом. Внимание, отступаем. А кто там такой шифруется?
пропущенный. Да, все, пи***ц, тебя прям не видно. Перезарядил, лупим. Что не отскакивают? Перебей меня, подскажите. Зарядил, мочи козлом. Кто мне расскажет, как он меня засветил, а я его... Лучше сныкаться, нас видно. Попал. В смысле, ты даже гуслю не сломал? Нас видать. Перезарядил, лупим. Ну конечно, гусля, куда еще? Отмена операции. А кто-то гусли потерял. Готов убивать. А кто-то без гуслей? Пора упердывать. Отмена операции. Все, перезарядился. Ну и что ты изоленту достал? Мы уже это не починим.
Так, сейчас друг позвал. Так, понесу дальше жира. Пойдем откусывать кабины. Зарядил. Готов убивать. А кто это сделал? Уже не в сухую. Никто не гасит. Елка так светит, и тут хуй. Перезарядил, лупим. Песочком присыпали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
победил, мочи козлом! Пустили, пацаны. Где он накрыло? Все, зарядил. Все, перезарядился. Добегался, минус два. Перезарядил, лупим. Вижу пеструна. Перезарядился, пора стрелять. Хитрожопый лазит. Зарядил. Зато когда они вот так прямо попадают, прям вот тут, когда в упоре, это нормально. Готов убивать. Вижу фраг. Зарядил. Перезарядил, лупим. Мужики, смотрите, фраг бежит. Пиздрун обнаружен.
Ну что, погнали? Зарядил, мочи козлом. Из струн обнаружен. Отмена операции. Я тебя высажу. Этот лошара даже гуслю не снял. В смысле, ты даже гуслю не сломал? Все, зарядил. Нас разули, ехать не могу. Чья гусля? Держите. Можно ехать, гусли на месте. А пробить все-таки можно сегодня? Дубка зарядка. Ну и что ты наделал? На, покушай. Все, зарядил. У нас оружие нарушено. Все, перезарядился. Так, ствол забинтован, можно стрелять. Теперь сам должен снаряды таскать. Этот шланг даже гуслю снять не смог. Опять шнурки развязались. Гусли смотал, поехали. Перезарядил, лупим. Гусленица сбита. Гусля починена. Чё стоим? Гусли на месте. Перезарядился. Пора стрелять. Сука, ты чё, из латуни? Всё, перезарядил. Чё? Опять не пробитие? Все, я накатался. Что ты там, зайка? Да я спросил у Лизы, точно ли она отключила.
Поехали, попали. Что гусли по полю раскидал? Этот шланг даже гуслю снять не смог. Не извел до атома. Что поделать? Ничего. Маленький Гитлер очень любил сливы. И вот однажды...
таран потушен. Тьфу на тебя. А кто ты без гуслей? Уходите с этой позиции! Ты там что, жиром обмазался? Попали, она цела. Ну и чё ты изоленту достал?